Всем привет, Ваня, скажи привет. Ваня сидит, хлеб с мясом ест. Маша уже со школы пришла, да, Маша? А я звонила на оптовую базу. Заказала я курям комбикорм 2 мешка. Там Света сидит с палитрой. Тут Мариночка играется. Койки не заправили еще, да? Ванька, что жуется? Вкусное мясо? А? Чудо-перышко. Невкусное? Сегодня, ребят, на улице вообще тепло. Прямо вообще таз тепло. Прямо очень сильно тепло на улице. Поэтому сейчас мне надо съездить в город по делам, а потом будем выдергивать морковку и свеклу. Прямо сегодня. Так что вот такие вот у нас сегодня будут продвижения. Пишите, что вы думаете. Телевизор у нас работает хорошо. Слава тебе, Господи, вроде. Ну вот пока вот так вот. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем привет, дорогие друзья. Что-то нам все еще комбикорм не привезли. Мы ждем, когда привезут комбикорм. В целом, что я собираюсь делать? Я сейчас буду выдергивать свеклу, морковку. Короче, будем сейчас огороды собирать. И Маша со мной хочет тоже идти выдергивать. Сейчас перчатки найду, чтобы она ручку не морала своей силе. И будем выдергивать все уже, потому что скоро у нас морозы наступят, пора убирать свеклу с морковкой. Если интересно, оставайтесь с нами. Ну что, сейчас жду Машу. Маша вышла. Ты другую один куртку рабочую какую-то, а это школьная у тебя куртка. Зачем она тебе нужна? И сейчас я перчатки возьму, будем с перчатками работать. Так, тут у меня перчатки где-то были. Ладно, дорогие друзья, сейчас все приготовлю и пойдем собирать все.
Да, хорошо. Собрали, ребят, свеклу и морковку. Есть мелкая, есть крупная. Есть свеклу. Ну, хоть немного, но свое. Марина, скажи всем привет. Привет. Гулять вышла. Чего у тебя карман торчит? Ну, молодец, Ваня, тоже гулять вышел. А мы все ждем, когда нам... Это ванну и одежду на шату куколок. Хорошо. Одежду они там для куколок. Давай вверх прищепку мою, молодец. Молодец, ага. А ты браслет, да, нашла? Ну, это светится, которая от лампочки. Маша покачаться решила. Хорошо. А у нас уже осень, ребята, холодно стало. Ну-ка, пойду выйду, посмотрю. Нам должны комбикорм привезти. Представляете, все еще не привезли. Маша, аккуратно, не убей меня. Я не знаю, где они все еще. Ждем, 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 ждем их. Марина, вон для куколок твоя шубка валяется. Ты зачем бросила шубку? Да, шубку, ну а постирать ее. Фу, ждем, когда привезут нам комбикорм. А то все, Маш, он сдулся весь, его надо надуть. И вот этот тоже надо мы занести, помыть уже все. Соседи там что делают. Ладно, ждем, когда привезут комбикорм. И будет тогда все окей. У нас. Да, Тайсон? Машенька там перебирает для животных. Что Маш набрала? Ты букет сделала, молодец. Ягель, палочки с лишайником, да? Березовые листочки, мох немножко по территории прошлись. А мы все палочки уже отсюда им скормили, да? Надо куда-то в другое место идти искать. У нас на территории все хорошие палочки уже закончились. Ну, в лес надо сходить опять, насобирать улиткам. А так пока вот здесь по территории прошлись. Ты сегодня опять лохматая? Угу. Никак не хочет ребенок заплетаться, представляете? Да. Много насобирала? Покажи. О, немножко. И то вперед, да? Трактор твой. Кран. Не трактор, кран сломанный. Да. Скоро уже качели папа будет убирать, потому что все уже холода, надо ее убирать. На следующую зиму опять делать. Ну, эту, ну, качелю будем убирать. Мама, да. Колючка. Да, ищи. Да, колючки у меня. Мама. Я в тапочках хожу, мне пофиг. Вон у Вани сбоку, Маш, убери колючку на штанах. Вань, тоже колючки нет. У тебя нет? Ага, нету. Есть! У меня, говорит, нет колючек, а сама вся в колючках. У тебя нет колючек. Ладно, такие вот у нас дела. Пишите, какая у вас погода. У нас хорошо, да, сегодня на улице прям тепло. Как будто, знаете, ощущение, как будто бабье лето. Мама, пришло. Хорошо, тепло, красота. Да, как будто весна пришла. Я хотя бы букет сделала. Да, Марина, букетик сделала. Да, Марина, положила пока сюда. У нас Егор завтра наконец-то заканчивается дистанционное обучение. И он идет в школу вместе с Машей с утра ей, да, Маша? А то Маша все одна, да, одна ей уже надоело одной утром ездить. Сейчас будет Егорка с ней. Мама, на шоколадку только пили, не ужарила, что ли? Да. Ну, ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня. Пошла я в магазин. У нас дома закончился лук. Лука вообще нету. И дети попросили яблочек взять. Яблочки или какие-нибудь фрукты? Ну, сейчас посмотрим, что там есть в магазине. Плюс хлеб у нас осталось, полбулки, надо хлеба взять. Сегодня в магазин еще не ходили. Машу отправляла, но Маша говорит, магазин закрыт, а в другой она не пошла. Молоко только взяла в другом магазине. А в тот, который хлеб хороший, там не было. Ладно, идем в магазин.